больше 223 миллионов тонн нефти добыли в Югре в прошлом году. В округе работает более 120 тысяч эксплуатационных скважин. Как поддержать отрасль в современных условиях и не потерять объемы добычи, обсуждали накануне в Ханты-Мансийске на заседании рабочей группы экспертного совета по налоговому законодательству при Комитете Государственной Думы России. На совещании присутствовали как чиновники, так и представители крупнейших нефтедобывающих предприятий. Губернатор Югры высказалась о необходимости стимулировать новые технологические решения нефтяных компаний. Наталья Комарова отметила, что наш округ – это готовая площадка для апробации инновационных технологий и локализации отечественных производств. В Югре создается инновационный научно-технологический центр «Юнити Парк», а также инфраструктура особой экономической зоны в Нягане с льготными режимами налогообложения. В числе первоочередных мер необходимо создание благоприятных инвестиционных условий для деятельности недропользователей, внедрение новых налоговых режимов, сокращение административных барьеров на всех этапах жизненного цикла продукта. В нашем случае это нефть и газ. Целевые ориентиры при этом – сохранение доли Российской Федерации в мировом энергетическом балансе и обеспечение отраслевой занятости граждан, достижение технологического суверенитета –